Доброго времени! В магазине в Ларцах появился новый глайдер крылья Век Пара. Кратко о нем расскажу тем, кто не читает группы и не видел обзорчика на него, и сейчас думает, нужен ли ему этот глайдер или нет. По характеристикам полета. Нормальный быстрый глайдер крылья. Есть стандартный для крыльев подъем, есть ускорение и есть особенность третий скилл «Облако пара». Суть данного скилла в том, что глайдер как бы создает вокруг облака пара, которое скрывает вас и находящихся рядом в радиусе 6 метров инвиз. Это можно использовать как массовый инвиз или соло инвиз. И это единственное, чем глайдер отличается от других. Если же вам интересен данный глайдер как инвиз глайдер, то есть крылья сказочного народца, у которого 30-секундный инвиз. Как скидывающие таргет глайдеры, есть те же крылья заклинателя смерти, которые нужны для коллекционного глайдера. Крылья заклинателя смерти уходят в инвиз сразу, при взлете. Внешний глайдер такой стимпанковский, и на евро у меня была возможность сделать его внешкой. Если на ру серверах нет возможности трансфигурации, напишите. Можно ли делать внешку – один из самых частых вопросов по новым глайдерам. У игроков есть свои глайдера, их просто интересует новый облик. Покупать вам или нет, смотрите сами. Глайдер не особо чтобы гениальный или чем-то свыше отличающийся. Инвизных глайдеров у нас много. Этот же глайдер отличается прожимаемым массовым инвизом. На евро у моего персонажа этот глайдер имеется, но откровенно я его не использую. У меня там есть крылья сказочного народца. Если вы прикупили себе крылья Век Пара, отпишите ваше мнение о нем. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!